Кажется, все как обычно. Перепечатывается рукопись. Но для чего при этом текст кодируется на перфоленту? Для того, чтобы при следующей его перепечатке машинистка была уже не нужна. Машинкой управляет считывающее устройство автомата Оргтекст. Стоп, тут текст изменен. Необходима вставка. В процессе работы текст правится неоднократно. Страница покрывается множеством поправок, вставок. И вот все поправленные места, заметьте, только поправленные, записываются на отдельную перфоленту с указанием страницы и строки, где сделаны изменения. На шкале номера строк. А так набирается адрес поправки. Теперь эта дополнительная лента с записанными подряд изменениями помещается в одно считывающее устройство, а основная лента с записью всего текста в другое. Остается нажать кнопку, и аппарат перепечатает текст, внеся в него всю правку. Доклад в 40 страниц за 2 часа. Двум машинисткам понадобился бы для этого целый рабочий день. Новый пишущий автомат Оргтекст создан во Всесоюзном научно-исследовательском институте организационной техники. Он призван заменить труд тысяч машинисток.